всем привет. Вроде бы еще остались силы записывать ролик сегодня. Смотрите, что сегодня? Сегодня Тесла. Тесла в копчике. Посмотрим, на что она способна. Без саппорта. Вдвоем с Сеней попробуем пройти. Да ладно, что попробуем? Мы пройдем. Как раз посмотрите, как можно проходить, и в 2DD мы решили сходить. Расскажу маленькие секреты, фишечки такие за Тесла, чтобы вам было проще играть самим. Колоду решил подобрать сутильщика, словчим. Дедушку не брать. Выставился я и так нормально. Дальше увидите, как мне съест статую в нужном месте. Колода. Тесла. Тесла у меня всего лишь 11-я, у Сени 9-я, 8-й ловчий, 9-я статуя, 9-й утиль и дриада. 13-я гайка, легендарное копье, куртку я одел на скорость, чтобы Сене попроще было. Ну и амулет на урон. Туда я почти ничего не словил на этот амулет, поэтому в принципе не важно. Сразу нашел статуи в центр, сидел, радовался. Пока на следующей волне мне ее не съест проклятие. Стол очень хороший выстроился, несложно выставлять стол. Главное, утильщиками съедать ненужные пешки, потихоньку подыскивать все остальное. Вначале ставлю двух ловчих всегда, потому что два ловчих это минимум. Вообще надо три ставить, но понимаете, да, если бы я выставил третьего, я бы просто тесел своих не раскачал. Поэтому двух поставил. Начал искать Тесел, все, стол, как видите, отличный, я сижу, кайфую, думаю, класс, я просто гений этой игры, боженька, рандом на моей стороне, здесь мы убиваем колдуна, что дальше, дальше хоп, минус третья статуя, тильт, дальше трибунал, ну и все, неважно, в общем, смотрите, только вы раскачиваете этот стол, рядами нужно прокачивать Тесел, по максимуму, потому что заряжать мы их будем через статуи, и чем выше Тесла, тем проще потом статуи прокачать сразу много Тесел. Вот, прокачиваю, ничего не могу найти, но это типа не проблема, в любом случае потом я это найду. Смотрите, по талантам всего два таланта, я пока бомж, у меня, кстати, хватает карт на 13-ю Теслу, но приоритет я дам мастера стихий, потому что он объективно сейчас лучше играется. Талант на щит, даже в копе, я рекомендую вам ставить. Потому что если выходит босс какой-нибудь, то ваш напарник может соединить пешки между собой, вам дастся этот щит, и какой-нибудь там пудинг или ведьма, ну, босс, я не помню, как название босса этого, все негативные эффекты полетят в щит. И то есть вы их скипнете, и никаких проблем не будет. Второй талант обязательно дополнительный заряд. Потому что если вы, например, выкачаете высокую Теслу, и там по мане, например, вам не будет хватать, то за счет вот этого таланта дополнительного, там, допустим, вкинув одну дриаду, вы можете получить сразу два заряда. И это очень сильно решает. Учитывая, что мы выставляем много Тесел, здесь я решил через 5 поиграть. Но двух я не раскачал. Вот. Если у вас есть третий талант, то для PvP, ребят, я вам рекомендую ставить талант на временную остановку мобов. Потому что крит, он немножко не так работает. В балансе пишется, что дает 5% критического урона. Но это по факту не 5. Это 5% от того критического урона, который вы имеете сейчас. То есть там разные множители, они все перемножаются, и по итогу получается намного меньше. То есть там, блядь, чуть ли не 1% крита. Поэтому смысла от этого в PvP как такового нет. Если вы играете со статуей и гайкой. Но если вы берете какую-нибудь снежинку или что-то типа того без статуи, то да, 5% будет работать как 5%. Вот.
На самом деле достаточно было бы и трех, наверное, тесел. Если не хватает трех, то ставьте четырех, раскачивайтесь, и все с кайфом будет. Я опять погорячился здесь, конечно, они просто так удачно выпали под эти две статуи. И я их уже начал раскачивать. У Сени прокачка намного слабее, у него эпическое копье там. Куртка тоже слабый амулет. Гаечка девятая, да, с ключом, но гаечка девятая. Крита тоже поменьше, и Тесла девятая. И все равно вот он играет через 3 Теслы, и урона ему хватает, чтобы, во-первых, держать волну без саппорта. Он сам раскачивается, без саппорта держит волну. И босса он тоже, видите, без проблем убивает. Поэтому даже 9 Теслы можно проходить коопчик самому. А с саппортом, я думаю, вы сами понимаете, что с саппортом это будет еще намного проще. Вот, ребят. Что еще хотел сказать вам супер важно. 40 подписчиков осталось у нас до 1000. Поэтому, пожалуйста, кто смотрит, ребят, без подписки, подпишитесь, поучаствуйте в розыгрыше. И буквально в течение ближайших дней мы с вами это все разыграем. Также мне будет очень приятно, я очень жду свою первую 1000 подписчиков. В комментариях к этому видео ставлю ссылочку на видео с розыгрышем, потому что большинство людей до сих пор не могут его найти. Смотрите, ребята, покажу предметы. Вот предметы Сени. Копье даже без техно, то есть, грубо говоря, без скорости атаки был. Амулет тоже без техно. Ну, можно сказать, что он играл просто без шмоток. И урона ему прям реально хватало. У меня такое копье, куртка, все как обычно. Копье с техно. 9 Тесла, 7, 10 статус, 300 крита. Урона хватает, поэтому Теслы вообще очень спокойно можно проходить. У меня 11 Тесла. Тоже проблем вообще не чувствовалось. Заранее прошу извинения за то, что какой-то разбитый записывал видео. Нету выбора, нету сил. После работы такая жизнь, ребят, такая жизнь. Поэтому огромное спасибо всем за просмотр. Надеюсь, этот ролик был чем-то вам полезен. А если не полезен, то просто посмотрели его в удовольствие. Сегодня часиков 5 по Москве запущу стрим. Посидим подольше, потому что пятница. Поэтому обязательно заходите. Буду вас всех ждать. И до встречи.